Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам, на какой стадии находится строительство набережной речного вокзала Пермь-1. Скажу сразу, что оно уже близко к завершению. Все основные работы завершены, и сейчас идет финишная отделка. Почищается территория, устанавливается и налаживается электрооборудование. Недавно установили на место наш любимый арт-объект «Счастье не за горами». В общем, при таких темпах к концу этого года объект должны ввести в строй. Но, как говорится в одной поговорке, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Поэтому предоставляю вам возможность посмотреть все самим.